Дорогами войны, дорогами победы. Баннерная выставка разместилась в центре города. Она ждет всех, кто хочет прикоснуться к истории освобождения. Экспозиция демонстрируется прямо под открытым небом. На баннерах краткие текстовые истории о каждом из 4 лет войны. От обороны города в 41-м и борьбы местных подпольщиков до боев на Варницком плацдарме весной 44-го и Яско-Кишиневской операции в августе того же года. Кадры сражений и лица героев тоже на стендах. Главная идея выставки – показать современникам, как тяжело освобождалась наша земля от врага и какой ценой завоеван мир.